Всем привет! Кто хочет отвлечься от повседневных проблем и вкусно покушать? Возьмем морковь, будем натирать ее на крупную терку. После того, как мы подготовили морковь, лук порежем на кольца. Разбирать я их не буду, оставлю прям так. Я поставила разогревать масло. Тем временем возьму кальмары. У меня они не вареные, но уже порезанные. Добавим сюда муку или крахмал. У меня крахмал. И ваши любимые специи. Я взяла специи, в принципе, для мяса, но я не думаю, что есть большая разница. Мне просто понравился запах. Перемешиваем, чтобы кальмары покрылись смесью. Крахмал заодно даст самому соусу загустеть, потому как в конце концов у нас получится все-таки соус. Ну а теперь пойдем их обжаривать. Жарить мы их будем 2-3 минуты. Поэтому овощи я и подготовила заранее. Также подготовьте емкость, куда вы будете убирать кальмары. На сковороду я добавила немножечко масла. И теперь будем обжаривать наш лук вместе с морковкой около 5 минут. Не забывайте помешивать, чтобы не пригорело. Возвращаем кальмары к луку и моркови. Добавляем сметану и ту же приправу, которую мы добавляли к кальмарам. Все перемешиваем. Будем тушить на среднем огне под крышкой около 10 минут. Ну что ж, вот такое замечательное блюдо получается. Спасибо вам за ваши лайки, за просмотр, за ваше участие на канале. Подписывайтесь, включайте колокольчик, делитесь нашими рецептами с вашими друзьями. Приятного аппетита!